И себя ощущаешь вдохновленным, и тебе нравится здесь находиться. Специально пришла посмотреть, как преобразилась территория завода, что здесь происходит, посмотреть на выставку фотографий. Работать на Дягилевском фестивале и создавать программу фестивального клуба и взаимодействовать с пермскими институциями, с музыкантами, с артистами, с преподавателями. Это невероятно круто. И узнаешь так много нового о своем городе, просто о людях со всей России, которые готовы за свой счет приехать и выступить на свободной сцене без гонорара, просто так. Какие-то просто невероятные люди. Эта работа, она дает веру в жизнь и добавляет любви к искусству и к людям. В общем, спасибо. Место, в котором можно проводить не только какие-то фестивали, типа общие для всех, но и такая культурная составляющая, как Дягилевский фестиваль, концерты, лекции, опять же, образовательные программы, такое многофункциональное пространство. Здорово, что в Перми оно появилось. Former factory is now an art center. It's really stunning. It's very impressive and really very beautiful.